Заходите. Пойдем. Ждем вас и стараемся встретить. С горем. Ой, здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Сейчас свалишь. Сейчас свалишь. Да не свалишь. Не свалишь, не свалишь. Опусти ее. Идем туда. Держи. Держу. Тихо. А зачем ты ее поставила? Ну, чуть-чуть. Ну, что-то она перепугалась. Ничего. Давай, зачем ты ее подняла? Пусть она сидит. Пойдем. Тихо. Ну что ты? Иди мы с тобой поздороваемся лучше, иди. Дорогая моя, доченька, ой, ягодка, золотая моя, ой. Там сколько? 60 тонн.
Ой, доченька. Ой, ой, дорогушка ты моя. Человеческого. Пей, попей. Ой, тебе не сладили ничего. А ничего страшного. Бутылку, бутылку возьму. Попей. Не буду. Не хватит. Здесь душно? В дворе. Ой, бабушка. Ты, наверное, жалеешь, жалеешь. Каждый день. Ездил, когда совсем лежала. А сейчас-то. Ну, она сказала, каждый день. Я вообще на вырезку. Бабуль, бабуль. Вообще большой. Иди к нам чай попей, хоть стоять-то. На железной дороге. А, торф я... грузили, провагоны. Я все расскажу. Расскажи. Я отдохну, я устаю. Опять же. Сходил на завод. Мы грузили, каждый день таскала. На железной дороге. Шпал меняла на железной дороге. Все. Линию зашивал, молоток, лом. Что? Работала. О, Зина, я работу видел. Мужики только на работу не видели. Бай. Что? Сторожем была. На Крещение 10 лет, 4 года отработала. На Крещение 10 лет отработала. В травмпункте работала. Где я не была, где не работала, везде. Все Бог дал, пережила. Все пережила, что? Вот сколько много я все видел, тварь. А сейчас ноги в 32-м году, с 32-го желудок заболел. Ноги и бензин не давали, ходил. Неделю отлежу, выйду. Не давали, болезнь не давали. А сейчас весь вот совсем села. Как лежу. Сейчас вот так вот все видел. Спасибо сестре, спасибо дочке жили. Бали. Вот, не бросался. Ох, а сейчас остался одна в своей семейке. Борода нет моя какая-то. Хорошая. Ты мясо разве ешь? Кожу я не ем, крольки я не ем, курятину ем, коровятину ем, конинь тоже не ем, все ем, траву ем, сабель ем, все ем. Все есть, все ем, все нету, нету. Ты возишь, я все ем, все, все ем, все. Все ем, Жина, все. Все есть, все ем. Ну, Жина. А что старость, что младость наступит? Правда, Варя? А кто знает, Бог смерть не дает, живу. Я не грешна, не пью, не грешна. Помирать буду. Не пипел все мои дети, вот два как вас. Я ничего не делаю, я не грешна. Я не грешна. Вот я живу, мне Бог деньги дает. Вот, ну, старостную болею. Ну, ты сама знаешь, Варя. 93 года, ну что, ну да,
У нас только один молодой померло. Все ем, блин. А ноги я давно покалел бы. Навалит, вам давай. Права я не провала. Детей я не купила, детей не купила, только два. Сына не купил детей. Я ни в чем не грешна. Может, я и повесим живу долго. Вот что ты пожелаешь молодежи, вот ребяткам нашим, чтобы прожить долго, как надо жить? Вот скажи им. Молодые, знаешь, я была молодая. Женихов было много. Ну ты не сбивай. Как за вас как жить? Как надо? Им жить? Я знаю. Была молодая, женихов было много. Я не хотел, вот видишь, вышел замуж. Ты народилась. Я только вам говорил, Зина, не приставай, не болей. Ешь ты, не жалей. Помрешь, живи до моих лет. Помру, меня похороньте. Я помру, то обо мне не плачь, не надо. Я пожелаю, мне хватит. А вам жить надо, вы поживете. Я вам все пожелаю. Все за вас, все прошу. Бог, давай. Ну, ведь как вот туда, я век бедно живу. Видишь, как я жила? Вот так, Валечка, я ведь без рубашки ходил, Валь. Без рубашки в войну, вот у меня двое было. И это было, няньку держал. Я телефонка. А сейчас вот все. Все. Все, ну. Ну, хотя вот, Вали, сделай наставление. Да. Вот как я вот тебе скажу, все, подожди, я тебе... Валюня, я все... Я в тихонь. Ты на меня не обращай внимания, вот. Валюня, я все чувствую. Ты беги сама себя. Не приставай, не болей. А заболеешь? Нет, может, венца. Глоточка два выпей. Будешь здоровый, хорошее вино бери. Вот мне надо еще... Женька дала немножко, вот капельку пить. Вот. Ногам легче. Ну, или я не пью вино, я не пью. Не пей. Ну, что, прогрему. Что, глазовку можно, я не пила. Говорю, что ты скажешь еще вот молодым людям, вот мужчинам? Ну, вот плыви, сынок, живи, не тужи, пей. Пей! Нельзя. Ну, это елки, я слышу. Не в чем душа не болит. Будь спокойный. Вот. Ни с кем не делитесь, ни с кем не связывайтесь. Я сын с вами, что же я Шура? Будь пьян, будь умен. Где драка, бежи дальше. Если ты сядешь в тюрьму, я не поеду. Я здесь сяду, кто-то слезу. Вот, стоп, пустой пьет. Ее последний раз пролизовала, она же говорит. А я с ними с кем-нибудь, с кем-нибудь сидел. Я вам живу, теперь вам дать, до моих лет им не дожу. Он все хуже меня. Валь, все пришло. Ты сами знаешь, как желудок должен вкладывать все, самое главное чего? Все. Пища, чтобы была такая, зеленая. Вот она меня всегда так учила. Когда в пекарне стала я работать, заболел желудок. Она меня этим столетником, вот она меня вытащила. Столетником, всякими травами. Меньше. Она меня вытащила, язва была. Я войну все выгибали. И что это? Я выгибали, я тут жила. Так что? До 9-го года тут живу. Вот все было так жила. Что ты жила, Геонта? И вы живите до моих лет. Живем, бабушка. Живите, да видно, будьте попокойнее. Да. Попокойнее. Выпивать можно понемножку, глоточек. Даже надо. Но я не пью, а пила я давно. Хочу, я говорю, бутылку вы. Нет, не могу никак. Что живу? Что дети вот такая дочка. Сын, что вы какая-то. Я не нарадуюсь. Я сейчас ночь, там, Алексей, скажу, немножко успокойся, скажу. Зараза,
колючая. Ой. Батюшка, лестники, Варя, когда кажется, желудок болит, пей столешник, Варя, столешник, ты, вот сколько столешников. Слушай, дочь, сколько людей спасла? Перепишите. Здесь вот все соседи, сломаю, это вот я ей сказала. Потом там помою, ты слушай, говорю, столешник. Вот сколько я держу, вот сто постараюсь, что что-то. Лестник лежит, вот струсь, сломаю, струсь, помою. И часто воды наливаю, прям холодную, чайную. И струсь вещи сломаю, сломаю. И часто на ведро чайную. Часто выпью. Это струсь две части выпиваю. Вот я взорвал, вот все. Вот спрашиваю, как болит. В Москву ездил со мной, на сну. И перечень не давали, Варя, вот. Перечень, да. Я за вас и палил, да, в руки вот такие вот. Бюллетень не давали, не давали. Вот весь балдал, ты же вот это, все спало, все стираю, Варя. Вот, Варя, жена, в ванной я не залезу, ну, не залезу. Зинка на меня построила ванную, крючком вяжу. Это я давно вяжала. У меня есть, я тебе подарила крючок. У меня ни одна тряпка не пропадала. Сама выглядит. В клубок, а потом вяжет. Это давно, у меня есть. Немного было клубков-то, она все... Я кружева вязала, только мне грамотная. Не совсем читать, что читаю. А вот сейчас в очках, без очков вижу, в очках не... Ни в одних в очках не вижу. Дышь оглохла, ну, молодость наступила. Ну что ж, все такие будем. Я воровать я не воровала, ругаться. Кто на меня кидает, то я очко давала. Я тоже не поддамся никому, чтоб меня побили. Я сама убью. Все вода пережилась, слава тебе, и родных дождалась. Помирать буду рад, что все. Все меня простите, Бог. Я вас за все прощаю, и вы меня все простите. Кто из моих мужчин служит, слава тебе. На меня не обижайтесь, я не обижаюсь. Очень довольна я. Спасибо вам большое, Бог. Не обижайтесь на меня. Всех прощай последний раз. И меня прощу тебя. И я прощу тебя. Ой. Бога, составляйте. Ой, хороши. О, какие здоровые. Мы в нас приходили, гнали все. Немцы здоровые все. Все портянки, все завязаны, война была. Ой, какая война была, неизбежная. А ты вот помнишь, где у тебя отец работал, мать? Ты их вообще помнишь, как они в колхозе были? Азин, сейчас я... Вот слушай. Ну слушай. Нигде они не работали. Дома поле, фели, поле. А что, ворон, фели, все фели, урожали. Нигде не работали. Свое хозяйство было? Ну вот слушай, я сейчас расскажу последнюю. Она по-своему. Опять же, надо сделать. Отец построился, поплевал шаг. 2 недели ночь походит, ну, отлевает. Второй 2 недели. Нет. Походит, отлевает. Тот прошел, вот я прошел, вот прошел. Давай попробуем. Ну, пока никуда не крутится. Сейчас, подожди-ка. Палки-моталки. Какой стороны? Уехали отец и два брата. Уехали в Москву.
Так, и надо нажимать. А потом в 17-м году началось восстание. Подожди-ка. Восстание. А я тут в восстании брату взяли. Пропал. А он, если вдавишь туда... Ничем не изменил работу. Ой, потом все войска, все сочетаем. И хорош. Чапан молодцы, чапан молодцы. А тут они ползли, мы с волос приехали, сели, с дочкой Чапан молотили, все померли. Ну вот что, всю жизнь, все рассказал. Свое хозяйство. Да. Не работа, а лоша, купить, вот лоша, двор, труд. Своя работа. День-день поход. У них же у каждого свое поле было. Отец все бросил, уехали в Москву. А тут лишь в 17-м году была, во. Помнишь, восстание было, во. Помнит, он все помнит. В 17-м году. Крем, камень и вату, стычка не было. Крем. Топить нечем тоже, ни керосин, ни масло, все не так, все прекратили. Вату и этот крем. Раздували, затапливали, да. Крем. Все. Я уже помню такое вот еще. Вот все взяли, все, все рассказал, все жизнь рассказал, все. Все. Но потом я стала вчера-то вот доживать с вами. Я говорю, в детей был бы плохо. Ее детство в деревне было до 13 лет. Все. Детей бы делал, ну. Приехал вот, на болото и по чужому пасху жила. Сейчас я очень довольна жизнью. И вам рады, и вы мне рады. Так что? Вот все, моя родная, больше у меня нет. Вся ее трудовая жизнь. Бери молот и бей. Да. Вот вся ее жизнь. Все пары молотили, рост. Мельница была, мельница. На ней... Пошенмочи, грешник, сын, все, поле было, нас было 8 гидаков, все, в охребе. Все, в охребе. В них про радость и горе мне пели, но одна из тех песен. А потом голод наступил. Все сами себе они. 20-22 два голода было. Все продавать нечего. Сейчас вот видишь, Игорь первого пустил. А тогда ничего не было. Бать, ничего не было. Ба. Ничего. Мебель, ничего не было. Ба. Жили очень плохо. Что? Вот. А сейчас видишь, и сейчас богатые кулаки. Забыл я, вот до войны. Кулаки. Попов из кулаки, церкви ломали во время вот этой войны. А войну прекратили, раз была, есть было нечего. Прекратили, ведь. Бойцы зашли красной армии, сказали. Бач, я сидел в комнате, пешки я согнул. Где? Бач, есть камень.
Пошли, вот мельницу. Пошли мельницу. Принесли мельницу. Камень сыро, смолой. Лицерску мы пекли. Нас кормили. Ну что, что я переживал же, дважды. Вот помру. Все в удов пережила. Все переживал же. Все на мне, все на сердце были. Все на сердце были. Сейчас ты вспомнишь. Успокойся, успокойся. А ты вот была дома, маленькая, у тебя куклы были? Ты играла во что-нибудь? А куклы? Да. Я играла. У мамы косу нам сходили, косу разорвали. А я у мамы по небу взяла, по небу. Платно вылезла с лентой и куклу брала. Мать лет спала. А я куклу всадила, бо не вру, куклу всадила на кнула, рога рязанская баба, мать ведь спала, взяла, о, какая была зайца хорошая, взяла печенель, вот такой печенель был железный, я тебе вам сейчас последний еще раз, печенель, за мной с печенелем, о, ты взяла башку, а я Панёву жрела, ну что мне было? А Панёва, это вот... Ты видел вот рязанское? Это было маленькое, сарафаны. Там бабушка шерсть, шерсть, сноха мамина. Я к бабушке лежала, а она, ты что, зашел к двери? Ты убегал. Да я две ночи в бабушку не кричу. А потом, Марта, ты пошла. Вот, Марта, я сейчас помню. Благо без веры могли. А я спрятала. А потом позже. Ой, что? Верочка моя, злота, Варюнечка, я тебя мало нянчила. Вот, дай мне другу. Сейчас помогайте, Варюнечка. Помогайте мне, Варюнечка. Хорошо, хорошо, помогайте. Вот, дай мне туда, Варюнечка. Давай, подожди, дай я пройду. Все, видишь, вон наша машина, вон, видишь? У нас машины. Не, на одной, это не наша. А, да, а. Бать, спасибо, валял. Помру, приезжай, храните. Пусть послушай, какая у меня лошадь. Thank you.
нашим здоровьем. О, как, как тяжело расставаться. Идешь? Я.